Здравствуйте. Вот так выглядит и виноградник, и весь земляной участок. Здесь и клубника накрыта, и все пришлось накрывать, потому что до этого были морозы до минус 17. Сегодня около 8 градусов, а на улице уже середина января. Даже можно сказать не середина, а сегодня уже 18 января 2018 года. Вот это называется крещенские морозы. Такого я еще не помню, чтобы на этот период времени не было снега на огороде. Давайте глянем температура, какая на улице. Как видим, около 8 градусов мороза. Все пришлось в спешном порядке накрывать, где клубника особенно, потому что морозы были до 17 градусов. Клубника больше не держит, как 12, 14, даже 15. Уже ей опасно для клубники, она вымерзнет. Поэтому жалко было, чтобы она погибла. Так спанболом накрыл. Черный спанбол, конечно, лучше, чем белый. Вот так выглядят у меня ряды по винограднику. Тоже они шатром. Торцы тоже уже закрыл хорошо. Ну, думаю, что с виноградником ничего не будет такого опасного. Морозы для виноградника 17 градусов еще не страшны, тем более они под шалашом. Там все равно какая-то есть температура, пусть даже около нуля, но все равно она есть. Вот такой краткий обзор по своему винограднику и по своему участку на этот период времени. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.